Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Наконец-то я получил 54 уровень. Так, поэтому нам доступна с тобой схватка. А в этой схватке мы получим тираннозавра на постоянной основе. Так, тираннозавр, тираннодон и ихтиостега. Да, вот такие вот у нас тут бойцы. Ну что, я думаю, наверное, против тираннозавра справится, наверное, все-таки диплотатор. Против птеранодона я возьму афиокамима, а против ихтиостеги я возьму пеликанептерикса. И вот теперь давай посмотрим, смогу ли я здесь справиться или нет. Да, диплотатор, конечно, не очень сильно будет бомбить. Тут еще у него птеранодон, скорее всего, он на него поменяется. Не стал. Так, он одну атаку сделал, да? Ну, проверим. Да, он все-таки прикрылся. Он все-таки, друзья, прикрылся. Ладно. Будет сейчас меняться или нет? Это ты зря. Это ты зря, братюня. Хоп-хоп. Так, ну что, тираннозавра минус. И выходит у нас птеранодон. Ну, понятное дело, что он мне сейчас забомбит диплотатора. Он взял всю атаку, слил, прикинь. Ну, все очки действий. Ой, глупыш. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Ну и до свидания. Выползает ихтиостега. Ну, давай посмотрим. Ага, он ничего не стал делать. Я тогда сделаю сам, ребят. Все сделаю сам. Аккуратненько, хирургически, как говорится, удалю ихтиостегу отсюда. Все. Довольно легкое это было событие у нас. Но главное, что мы теперь получаем на постоянной основе нашего тираннозавра. Ну давай, давай, давай. Вот. Теперь можно заниматься топовой прокачкой. Вот он, вывести. Слушай, а сколько нам вообще нужно тираннозавров? А, вот, друзья мои, еще что мне выпало. Армагозавр, по-моему, так его увеличать. Так, он у меня, по-моему, из набора здесь выпал. Вот, вот отсюда, по-моему. Кстати, у нас тут есть за рекламу пак. Ладно, я пока его оставлю на потом. А, я хотел посмотреть, сколько нам тираннозавров еще нужно для того, чтобы прокачать его до 40 уровня. Идем сюда. Давай вот хищников. Тираннозавр, где он у нас? Вот он. Перейти и посмотрим. Так, 20-20, то есть уже 30-ка есть. 30-ка есть. Получается у нас 30-ка и 20-ка. Нужно еще... еще двух. То есть одного мы уже поставили с тобой, да, выводиться. Вот сюда. И значит надо нам еще одного. Получается так. Все существа... хищники. Так, подожди, а мне его надо за ДНК, что ли? Да, ребята. Все. Вот теперь у нас будет тираннозавр с 40 уровня. Ну, естественно, когда мы все это выведем и прокачаем. 2 дня, 17 часов выводиться будет. Так, ну что, у нас событие. Птерозавры. О как. 3 поединка, минимум модов 1. Такс, секунду, ребят. Если я начну вот так. Птеродаустра. Блин, унезавр, ты справишься? По идее, как бы, ну, должен, наверное, справиться, да? И так, еще кого-то надо. Ну, у архозавра. Допустим, сделаем так. Что у него здесь за моды стоят?
Повышает показатель атаки на 40%. Ага. Увеличит запас ОЗ. То есть на ХПшку, да, ребята? Все идет на ХП. Да подожди, ты зачем ты убрал там мне его? Я мод хочу. Так, вот, моды. Ребят, исцеление. Восстанавливает всем раненым союзникам 25% от максимального запаса ОЗ. Так, увеличивает атаку союзных. Закалка. Несокрушимость. Что дает? На 15%. Ночной кошмар. Снижает показатель атаки всех вражеских существ на 45%. Ху-ху-ху-ху. А давай я вот так вот возьму. Увеличит показатель атаки всех союзных существ на 100. И, наверное, исцеление. Друзья, вот так вот. Ну что, попробуем? Твою налево, говорят, птерозавр нужен. Ну, кого я тут могу взять? Достойный будет, наверное, тапиелозавр. Вместе с чем? Что у него там было, я уже не помню. Пронзающий укус, альфа. Даже если так, ваше существо так заблокировано, наносит 40% урона. Ох, ребята, сейчас будет жесткие бои. Ночной кошмар. Оп. Фига, фига ему атаку. Понизили. Он, конечно, компенсировал это все. Закалка. А здесь несокрушимость. Так, ну что, друзья, я начну, наверное, с атаки сразу же. Окей. Он тоже решил бомбануть. Продолжаем. Исцеление. Прикинь, мы просто взяли восстановить себе здоровье. На. Мне кажется, это бесполезно. Там прыгает что-то, ерзает. Офигеть, мы с тобой хиляемся. Раз, два. Раз. На. Отдохни. Птеродавстра вышел. Упс. Окей. Раз, два, три. Раз, два. Иди отсюда. Добивает. Добивает, друзья мои, он мне моего динозаврика. Ну, а я, в свою очередь, делаю несокрушимость. На тебе. Да, топелозавр, красавчик. Выиграл, молодец, умничка. Да, мод очень хороший, конечно, был. Очень хорошо он нам тут помог. Двигаемся дальше. Опять за 25, а ты посмотри. Ты посмотри, 38 уровень, 30-й, это все легенда. Да. Я не знаю, что, как тут брать анкилодока. Вот как вот ты вот представляешь, я тут должен с ними драться. Наверняка скажут. Ну, вот сейчас смотри, вот, ну, вот, например, я поставлю, да, исцеление. Исцеление лучше всего поставить, наверное. Ладно, здесь возьмем токсин. Здесь, например, я возьму прочную кожу. А вот здесь, например, исцеление. Ну, видишь, он говорит, надо взять два птерозавра. Твою налево, ну, придется брать два птерозавра. Ох, жестко, конечно, будет сейчас.
Что? Ты серьезно? Он у меня свистнул, ребята, мод. Вот жучара, а. Блин, токсин стырил, а. Я что-то не посмотрел на их моды-то, ё-моё. Он еще и на всех распределил. А, всем лечим, все нормально тогда. Заблокировал, да, опять же? Да, друзья, здесь я, наверное, так уже не переживу. Ну, сейчас мы ему устроим тут карнавальную ночку. Он все слил, насколько я помню. Значит, делаем так. Раз, два. И, наверное, вот так вот. Окей. 736. Так, друзья мои. Две он сделал. Раз, два, три, четыре, пять. По идее должен, да? Должен, ребят, пробить. Тупандактиль, ё-моё. Да ладно. Что он сделал? Что он сделал, я не понял. Мод вырубил, ты прикинь. В атаку. По-моему, ему крышка, ребят. Да. Но это был только второй поединок, не забывай. Второй, еще третий будет. Ух. Ну а третий, естественно, еще сложнее будет. Да. И здесь, я тебе скажу больше, здесь можно только использовать только птерозавров. Что у него там за моды стоят? Показатель атаки повышает так. Атаку на 10%, тут тоже на 10%, а этот отключает мод вражеского существа. Так, отключает мод. Ать. И нехватка. Раз, два. Три. Так, друзья, давайте выставлять. Эх, как же тут сделать-то так? Повышает атаку, да, значит, всем на 10%, плюс отключение вражеского мода пойдет. Пронзающий укус. Если заблокировано, понятно. 50% урона меньше. Атаки. О! Сделано, наверное, вот так вот. Вот так. Отключение мода, да? И вот так. Поехали. Поехали, друзья. Так, на соточку. И здоровье, да, или что там у нас? Опа. А у них атака. Нормально тогда. Ну что, погнали?
Вообще ничего не стал делать. Интересно. Готов. Так, дальше у нас Зухариптер. Блин, неужели бомбанет? У нас кожа. Все, ребята, ему кранты. Ему кранты. Раз, два. Опа. А там пускай отключает мод вражеского существа. У нас уже просто нет мода. Сможет пробить? Смог. Но, ребят, теперь я скажу ему всего хорошего. Понимаешь, да, почему? Смотри внимательно. На, друзья, прошли. Прошли мы это событие. Самые такие лучшие моды пришлось потратить, но надеюсь, оно того стоило. Деньги, да? Да вы серьезно? Вы сейчас издеваетесь. Ну, ребят, вы поняли, да, игра вылетела, но тем не менее 1300 я получил очков доверий. Что это такое? В наличии 10 штук. Вот здесь, ребята, вот здесь вот я получил в наличии этого ромозавра или как. Вот здесь билетики. Вот тут вот накапливаешь и получаешь сундучок. И в этом сундучке вот мне как раз, если он тут есть, нет, здесь уже другие награды. Ну вот, один из таких вот накопил, и мне выпал тот самый вот этот вот динозавр травоядный. Блин, ну зачем я тратил ДНК, если бы я знал, что мне выпадет этот тираннозавр. Ладно, что у нас там дальше? Использовать ускорение, потратить еду и собрать три мода. Потратить еду. Ну, давай посмотрим, кого нам можно прокачать. Кстати, что у нас с этим-то происходит? Ох, 6 часов еще будет пиликать там на скрипке. А кого прокачать? Я даже не знаю. Что, у нас вообще что, никого нет? Да ну. В пучине морской должен же быть кто-то, да? Давай посмотрим. Тот же самый Докозавр. Ну вот, например. Все. Забрали. Кто-то в комментариях написал: Рэй, прокачивай животных. В принципе, я согласен. Да, животных тоже нужно прокачивать. Но, понимаешь, у нас именно бои с животными, да и с рыбами, с этими, да, намного меньше, чем с динозаврами. Поэтому, как бы, приоритет у меня, естественно, поставлен на динозавров. Так, ну что, давай смотреть дальше, что у нас тут еще в схватках есть. Так, схватка редких. А Дрожь Земли еще идет, да? Так она и будет идти еще двое суток. Ну что, пойдем на схватку редких. Почему бы нам тут не сыграть? Я не вижу никаких препятствий к этому. Нет, вижу препятствия, то, что у нас... То, что у нас мало здесь динозавров. Слушай, я думаю, здесь, наверное, вот так вот одного взять, алангозавра. Он тут, наверное, всех порвет. Взять алангозавры, хотя стоп. Ну-ка, сколько ты там? 60. Идет раптор. Ладно, сделаем так. Так. И вот так. Попробуем. Ютораптор. Ой, ютораптор. Алангозавр любого порвет, поверь мне. Но здесь у него нифига себе, они все 40 уровня. Ну, в принципе, мы тоже 40 уровня, но. Меняет, все-таки меняет, ребят. И атакует. Давай-ка мы тоже тогда так сделаем. И звезданем. На. Сейчас побежит за своими юторапторами. Да ладно. Да ладно. Это
какой-то был отчаянный ход от Гатса. Ну, Ютараптор-то тут, конечно, нас сейчас бомбанет. Он нас бомбанул. Ну что, Лимноселис, ты готов? Раз, два, три. Блин, если бы я знал, что у него нет защиты, я бы не стал бы ставить. Ну вот и последний Ютараптор. Сюда он все-таки перекинул, да? Ну, здравствуй, Шитик. Здравствуй. Ну и до свидания сразу же. Так, первый бой. Мы справились с ним. Давай двигаться дальше. Чем дальше, тем интереснее. А, тут еще и 4 поединка. Ты серьезно? Ну, если я возьму, например, лабиринтозавра, мы даже сделаем немножко по-другому. Чуть-чуть по-другому. Трындец. Чуть-чуть по-другому. Сколько ты стоишь? О, 18, отлично, заберем тебя тогда. Лабиринтозавр. Блин, ну я же сейчас всех потрачу здесь, ребят. А долларов нет. Понимаешь? Ладно. Поехали. Майюнгозавр, как ты понимаешь, у нас пошел на мяско. Просто на мяско пошел. До свидания. До свидания, майюнгозавр. Так, а сколько он потратил? Чуть я не посмотрел. Угу. До свидания. Всего хорошего. Опять гадцы. Они как дети здесь, ё-моё, по сравнению с моей мощью. Вообще. Просто каждому по плюшке и все, ребят. Следующий вышел, да? Все-таки надо будет как-то нам лабиринтозавра прокачать, мне кажется. До 40 уровня, чтобы он был мощь, ребята. Мощи был. Монолит, камень, я не знаю. Гранит. Так, это всего лишь второй поединок. Всего лишь второй поединок. Еще два впереди. Долларов нет, а они нам нужны. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну здесь бы на 36 берем. Блин, подожди. Подожди секундочку. У нас на випке что разыгрывается? Ох, ё. Ох, благодать какая-то. А с кем драться? Животные. Слушай, давай попробуем. Так, эндрикотерий. Пум-пум-пум. Ну, у нас тоже есть эндрикотерий. Но мы сделаем немножко по-хитрому. Синтетоцерас. Против Дедикуруса мы возьмем. Вот тут, наверное, возьмем эндрикотерий. А против слоника. А против слоника возьмем амфициона. И, кстати, здесь почему-то мы очков доверия тратим не 10, а 13. Эх, жаль, чуть-чуть не хватит, прикинь. Буквально 6 единичек урона не хватит, чтобы подбить. Ладно, ничего страшного. Отчаянный сейчас был ход у него. Подбили. Дедикурус. Скорее всего, пробьет. Да, пробьет, ребят. Но на этот случай есть эндрикотерий, которому тоже достаточно всего лишь одного удара. Упс. Упс. Как так-то, ребят? Как это я так лопухнулся-то, а? Да. Ну, бывает. Бывают промашки. Ну что, Динотерий? Ну, понятно, я даже не сомневался.
Я даже не сомневался, что ты так поступишь. А теперь лови сюрприз. Такой еще посмотрел на него. Такой, кто это такой, что это за кусок мяса? Какая-то дикая собака динго. Ну что, первый поединок у нас нормально прошел. Давай смотреть дальше. Так, синтетоцерас, саркастодон и гигантский олень. Ну, здесь я возьму, наверное, эриматерия. И носорога. Эриматерия и носорога. Я думаю, что их двоих здесь хватит. Ну и... и динотерия. Так, чтобы просто кто-то был. То есть у него все три ледниковых, да, получается? Еще бомбанем для начала. На тебе. Ему меняться нет смысла. Потому что, ребят, ну они все с одного теста слеплены. Проверим. Да. Ну что, саркастодон, давай, иди сюда. Угу, ничего не стал делать. Я атакую тогда. Ага. Он все-таки все в защиту потратил. Ладно, смотрим дальше. Одну очку 10 он себе ставил, да? Получается, раз, два. А раз, два. Иди гуляй. И вот он, гигантский олень. 71 к атаке. Упс. Прощай тогда, мой друг любезный. Не получилось тебя добить. Ну, красавчик, красавчик. Так, давай смотреть дальше. Последний поединок. Амфицион, сумчатый лев и фараракас. Здесь берем. Так. Против сумчатого льва возьмем вот так. А против фараракаса возьмем вот так. Окей. В принципе, команда вообще топ. Должна здесь справиться. Сразу заелозил, заелозил. Ну-ка проверим. Угу. На сумчатого льва делает, да, ставку. Ну, у нас Паноктус. Да, раскромсал, тут ничего не попишешь. Так, друзья, здесь все делается просто. Раз-два. Раз. Вот так вот. Сумчатый лев отдыхает. Ну, фараракас. А у тебя и не хватит. У тебя не хватит, парень, мощей. Не, даже не думай об этом. Так, мамонт, выходим. И до свидания. Ну что, ребят, мы прошли с вами VIP-событие. Надеюсь, долларов там дадут. Мне нужны доллары. Битумная яма. Ох ты, друзья мои, микропозавр. Новое. Такого у меня еще не было. Микропозавра у меня не было. Это круто, но у нас там все забито, правда. Бакинских не дали. Обидно, конечно. Что у нас тут? Возможный контент. Да, вот этих бы двоих бы мне не помешало бы. А здесь что? А здесь поменьше, да? Но 250 долларов, ребята, я не знаю. Это... оно того не стоит, как по мне. Так, 40 бакинских. Слушай, а здесь долларов больше нет нигде. Давай-ка мы с тобой найдем один мод еще. Хотя
Хотелось бы лучший приз. Ну, лучший приз только за баксы, прикинь. Эх, давай хотя бы редкий. $50 у тебя есть? Будешь получать супер лучший приз. Дает одно очко за каждое павшее существо. Вот так вот. Ну что, забираем? Так, и нам нужно принять 3 PvP сражения. Ну что, пойдем, наверное, на... Погоди, пойдем мы. Мы же события еще не допрошли, а там динозавры нужны. А, тут редкие. Но все равно, блин. Справится он здесь или вот нет? Я не знаю, ребят. Давай рискнем. Давай рискнем. Возьмем вот так, например, да? Так, подожди секундочку. А сколько стоишь ты у нас? О! Вот так и вот так. Да, это будет, конечно, трешовый поединок. Ну, а что поделаешь? Смотрим. Не стал ничего делать. Чует жучара, да? Подвох. Чует. Ну, давай. Колись. Ах ты, жук ты навозный. Ну, что ж ты будешь делать? Так, 4 очка действий. Да ты достал. Может бомбануть по нему, а? Давай звезданем. Прикинь, мы его пробили. А дальше пускай что хочет делать. Ну, естественно, он потратит одну атаку. Две. Раз-два, раз-два. Посмотрим. 8. Ну, друзья мои, тут жестко. И он все сливает. Не, ну, в принципе, флаг ему в руки. И барабан на шею. Я-то сделаю вот так. Вот так. И вот так. Теперь посмотрим. Крышка тебе, парень. Тебе крышка. Вот что значит лабиринтозавр. Он один справился. Ну как один? Не без помощи, конечно, своих напарничков. Но в нем все равно была мощь. Так, и последний поединок. Тридцать шесть. 11. Зачем я его взял? Непонятно. Ну что, я предлагаю сделать вот так. Вот так. Зачем я этого-то взял? Не пойму. Ладно, пускай будет. Ну как бы здесь вообще не в тему. Если честно, вообще не в тему. Наверное, бы одного алангозавра хватило бы за глаза и за уши. Меняет. Ну, ты, парень, напросился. Ты напросился на неприятности. Все? Давай следующего. Сейчас у тебя до аппетитной курочки размажем. Захотели чего? Ордой напали на меня здесь, ну да. Что, все, обделался, да? Решил, думает, что в защите просидит. Не просидишь. Вот и все, ребята, победили. Забираем награду. А там награда, наверное, будет вшивенькая. Колесо призов. Опа. А, ну это обычная схватка. Тропегнат. Но тем не менее, хотя бы очки доверия дают.
260. Что ты там пиликаешь мне, а? Пиликает. Ну что, ребята, теперь остается нам сыграть здесь, в схватках. Чуть-чуть, буквально, насколько хватит у нас тут динозавров. Фиг знает, я сейчас где нахожусь. Надо как-то сделать разведку боем. Давай возьмем птеродактиля, к примеру. Это Николагриуса и... Диплотатора. Ать, долларов-то нет. Так, смотри, кто у нас тут. Арамбургериана, Глитронакс и кто-то там еще. Но мы почти с этим, с Арамбургианой, блин, на равных. Давай вот так вот, наверное, сделаю. Будет бомбить или нет? Будет? Все, ему крышка. Да выпендрилась. Арамбурги... Арамбургиана. Блин, такое название. Он же все посывал, поэтому давай. Раз, два. Раз, два, раз. Вот так вот. Глитронакс. Угу. Я жду от тебя ответки. Замечательно. Так, сколько он? Две потратил, у него было три, да? Одну оставил. Вот так вот, я думаю, за глаза и за уши. Хлоп. Блин, он все очки передал вот этому. Приатродону. Сколько он потратит? Три. По идее, три должен потратить. Угу. Ну что, теперь дело за моим диплотатором. Я думаю, справиться с этой поставленной задачей. Вылупляй. Готово. Ну что, ребят, победили. Нам нужно еще два поединка выиграть, чтобы забрать ежедневный пак. Скинули меня все-таки до хищников, да, получается? С доминаторов хищники. Погнали. Так, ну что, я возьму, наверное, Карнораптора. Птеранодона. И Апатозавра. Ать, забыл совсем. Да что ты... Три раза вылетала игра во время рекламы. Ребят, я уже состав тут поменял. Ой-ой-ой-ой. Что там такое? Блин, какой-то горелый, а. Ну что, атаковать, наверное, сразу надо. Вот это вот, Лемноринг 39 уровня. Опупеть. Да. Меняет. Берет Птеранодона. Понял, что вытворяет. Давай я так сделаю. Блин, не дай бог сейчас возьмет опять этого альбертозавра обратно.
Тогда придется мне. Ребята, это разменная монета. Это просто разменная монета. Пять очков действий. Сколько он сливать будет? Одно. Одну очку действий он слил. Давай смотреть дальше, что он будет делать. Так, пять. Угу. Ну что, по-моему, наверное, пора его проучить, мне так кажется. И все сюда. До свидания. Так, Лемноринг этот злополучный. Ну, две атаки-то ему в любом случае придется сбагрить, как ни крути. Вот дилемма-то. Если сделаю вот так вот. Раз, два. Проверим. Вырубаем. И выползает Альбертозавр. Ну чё, парень? Чё будешь делать? Я тебя услышал. Я тебя услышал, и я тебя закопал. Давай ты, Николагриус. Сделай все красиво. На. Рычит там еще мне. Еще, понимаешь ли, рычит-то. Так, ну что, друзья мои, это второй был поединок. Насколько я понимаю. Нам нужно еще один сделать. Только вот кем драться? Блин. Кем драться-то? Реликозавра мне не дают. Денег нет. Но вы держитесь. Давай так, таким вот составом. Это последний поединок у нас получается. Да... Да, друзья, лучшего и быть не могло. Ни одного хищника, никого, блин. Посмотри, сколько у них здоровья. Просто полюбуйся. Ох, сейчас будет сложно-то как, а? Меняет. Ой-ой-ой. Надозавр. Обманул, да? Обманул жучара. Сейчас возьмет вот этого. И моему карнораптору, по ходу дела, будет крышка. Хотя, ну да, да. Ой! Лучше бы я этого не видел. Лучше бы я этого не видел, ребят. Это все слить, надо, чтобы его подбить. Ну, меня ушатает. Здесь я, друзья, к сожалению, сфейлюсь. Не потому, что я этого хочу, потому что здесь был бы хищник, возможно, но Дагозавр здесь вытянул бы. Но тут летающие только и вот такие, так что... Сам понимаешь, да? Беспонтовщина вообще какая-то. Ой, все, я еще и ошибся немножко в своих подсчетах. Да, конечно, тут все, ребят, хана. Ну, не было у меня нормальных, сильных, мощных динозавров.
Вечером, возможно, ребята, возможно, вечером я смогу еще поиграть немножко в арену и показать, кто здесь папочка. Но в данный момент никак. Все в откатах, сам понимаешь, да? И денег нету, чтобы сделать кого-то, вернуть в строй. Единственное, что меня радует, действительно, это то, что у нас хотя бы с едой сейчас нормально. Не сказать, что супер-пупер много, но почти 4 миллиона еды. Так, дай-ка я, наверное, зайду сюда. Что у нас тут? Может кто-то еще, например, получить? Вот этот, например, может эволюционировать. Ладно. Этим будем заниматься уже потом. Все, ребятушки, на этом закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.